Привет, друзья, это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Диас Аркинов, поехали. Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, приняла решение ограничить P2P-торговлю для граждан и резидентов России, начиная с 31 января 2024 года. Это означает, что российские пользователи не смогут совершать операции купли-продажи между отдельными пользователями на платформе Binance после указанной даты. Однако граждане России, проживающие за ее пределами и способные документально подтвердить свое место жительства, смогут продолжать пользоваться Binance P2P. По сообщению биржи, пользователи, являющиеся гражданами и резидентами Российской Федерации, не смогут торговать на Binance P2P. Доступ к Binance P2P для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Российской Федерации и подтвердивших это с помощью подтверждения адреса проживания, останется без изменений. Для российских пользователей, которые желают продолжить P2P торговлю с рублем, будет доступна платформа COMEX без комиссии. Поддержка российского рубля в Binance P2P закончится 31 января. Тем не менее, российские пользователи смогут вывести свои средства через фиатных партнеров Binance или конвертировать рубли в криптовалюту. После того, как представитель SpaceX поделился на этой неделе новыми подробностями о третьем испытательном полете Starship, глава компании Илон Маск раскрыл, почему вторая ступень Starship взорвалась во время ее второго испытательного запуска в прошлом месяце. По словам Маска, взрыв произошел из-за того, что SpaceX пришлось выпустить излишек кислорода из корабля. Тестирование новых ракет обычно включает использование имитатора полезной нагрузки, и Маск добавил, что взрыва можно было бы избежать, если бы SpaceX использовала реальную полезную нагрузку. Во время старта SpaceX заполнила вторую ступень ракеты-носителя жидким кислородом и метаном. По словам руководителя, как только диспетчеры попытались выпустить кислород во время полета, вторая ступень сразу взорвалась. По иронии судьбы, если бы у Starship была полезная нагрузка, он бы вышел на орбиту. Жидкий кислород привел к возгоранию и взрыву. «Думаю, у нас есть реальный шанс достичь орбиты во время третьего тестового полета», — сказал Илон Маск. Кроме того, Маск подтвердил, что готов уничтожить еще несколько ракет, если это ускорит ввод Starship в эксплуатацию. «Всегда лучше пожертвовать оборудованием, чем временем. Время, так сказать, единственная настоящая валюта», — добавил бизнесмен. Компания Apple в рамках реорганизации прекращает работу команды из 121 человека в Сан-Диего, связанной с операциями по искусственному интеллекту, в результате чего многим сотрудникам грозит увольнение, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно сообщению, члены команды из 121 человека, известной как команда аннотации операции с данными искусственного интеллекта и отвечающие в основном за операции с данными Siri, были уведомлены в среду о том, что у них есть время до конца февраля, чтобы решить, переезжать ли им в Остин или они могут быть уволены 26 апреля. Если откажутся от перевода. Подразделение Data Operation Annotations в Сан-Диего занималось преимущественно развитием Siri, включая прослушивание пользовательских запросов и определение того, насколько голосовой помощник точно распознает команды. В последнее время оно сосредоточилось на работе Siri на иврите, нескольких диалектах испанского, португальского, арабского и французского языках. Кроме того, некоторое количество сотрудников филиала помогло Apple в переходе на продукты с искусственным интеллектом, основанные на больших языковых моделях. Неназванный представитель Apple подтвердил информацию о сокращении подразделения в Сан-Диего. Он также добавил, что это делается для объединения команд Data Operations Annotations в Остине, где и находится большая часть подразделения. Отмечается, что все сотрудники, работающие в настоящее время, имеют возможность продолжить работу в Apple в Остине. Представитель Apple отметил, что компания остается глубоко предана Сан-Диего, где она значительно выросла, и что она продолжает нанимать сотрудников Сан-Диего в рамках расширения действующих подразделений.